левой стороны языки торчат, это последствия. Уже вчера пробили, это самые последние стоки бурана. Надышала метель. Начальник местного ДСУ Владимир Марчуков признается. Зиму, конечно, ждали, но чтобы настолько. Например, вот этот мост был занесен снегом до поручней перил. Очищать приходится вручную. Если этот марш-бросок метели был последним, то их работа только начинается. Да больше половины-то. Еще осталось. Конечно. А вы давно такие объемы видели? Да за последнее время-то нет. Я с 13-го года работы такого не было. В местах попроще справляется и этот маленький трактор, а пробивают путь на полевых дорогах только тяжеловесы. Например, водителю грейдера ДЗ-98 порой приходится работать до 12 часов в день. Также и у остальных. Всего в Косихинском ДСУ на борьбу с метелью выходит до 8-9 единиц техники. Обнаружили в салоне двухдневного ребенка, который женщина просто родила в городе Барнаула, ей надо было поехать в населенный пункт. И еще, кроме этого, был маленький ребенок. Что делать? Пришлось садить этих молодую маму с ребенком в кабину К-700, бросать этот автомобиль на дороге и доставлять до конечного места пункта. Все, все живы, здоровы. Нездоровой здесь назвали бы только саму ситуацию. Работы сильно как бы не видно. Утром, вечером прочистили, с утра уже опять дороги нет. Давно такое последний раз было? Ну, я... В 2000 году только помню, что было. Техника дает сбои чаще, чем люди, но пробивать путь придется еще долго, лишь бы и дальше стояли мороз и солнце, и не зарастала тропа. Андрей Дриер, Алексей Фризин, День с толком.